девочка, я тебя люблю. Этот букетик для тебя, моя родная. Вот говорят, не сотвори себе кумира. Но как здесь можно устоять? Его глаза уже 5 лет, с ума свести меня все норовят. В них столько жизни, столько счастья, что мне просто хочется летать. Он не подвластен никому в прекрасном мире. Он проницателен, умен. Он двери открывает маме, с любовью говорит о папе. Я вспоминаю каждый миг, который провожу я с ним. Его мечты в своей душе лелею, и бережно я их храню. Бывает так, что в нашем доме ураган, когда находит коса на камень. Но вот мы, взявшись за руки, идем на остров примирения. И есть там место извинениям, и есть там место для прощения. Горжусь, люблю и восхищаюсь, и помогу пройти легко преграды, и не потребую я у него награды. И перед сном я говорю спасибо Богу, что свел одной у нас дорогой. У нас партнерские отношения. Я принимаю его внутренний мир и воспринимаю его как учителя. Я делаю все возможное, чтобы у Богдана было воспитание, которое станет посохом в его жизненном пути. Участие в семинаре поможет нам понять, как двигаться дальше и в каком направлении. Это принесет нам положительные изменения в наших взаимоотношениях. Я мама, и это моя вечная профессия. А в чем же мое предназначение? Шалва Александрович сказал: «Ищущий есть умен. Это не важно, нашел или не нашел ответ на эти вопросы, но он ищущий, он в пути. Кто знает, может я – то самое зерно, которое, напитавшись на семинаре, даст не только свои положительные всходы, но и найдет свое предназначение и принесет с радостью в сердце пользу для человечества».